Здравствуйте. Тема сегодняшнего урока – атмосфера и ее составные части. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое атмосфера, научитесь определять и сравнивать слои атмосферы и ее состав, определять влияние человека на атмосферу. Предлагаю начать урок с географической разминки пройденного материала первой четверти. Ответьте на следующие вопросы. Назовите выдающихся ученых 15-17 века эпохи великих географических открытий. Совершенно верно. Христофор Колумб, Америка Веспуччи, Фернан Магеллан, Семен Лежнев. Следующий вопрос. Перечислите основные источники географических данных. Это карты, атласы, учебники, рисунки, фотографии, графические материалы, графические снимки, справочники, географические снимки, журналы, отчеты о научных исследованиях. Третье задание. Заполните схему земной коры. Совершенно верно. Земная кора состоит из материковой, имеющей осадочный, гранитный и базальтовые слои, океаническая – осадочный и базальтовые слои. Атмосфера – это внешняя газовая оболочка Земли, которая начинается у ее поверхности и простирается высоко в космическое пространство, приблизительно на 3000 километров от греческих слов «атмос» – «пар» и «сфера» – «шар». История возникновения и развития атмосферы насчитывает около 3 миллиардов лет. За весь этот период строение и состав атмосферы неоднократно изменялись. За последние 50 миллионов лет, как считают ученые, они стабилизировались. Возникла атмосфера в результате процессов выделения газов при вулканических извержениях и испарения вещества космических тел при их падении на Землю. Также выделение океанами частичек воды и появление биосферы. Атмосфера изменялась за счет газообмена с водой, животными и продуктами их разложения в почвах, болотах и растениями. Масса атмосферы составляет приблизительно 1 миллионную долю массы Земли. С высотой резко уменьшается плотность и давление атмосферы, а температура изменяется неравномерно из-за влияния на атмосферу солнечной активности и магнитных бурь. Атмосфера Земли представляет собой механическую смесь газов, называемая воздухом. По объему содержит 78% азота, 21% кислорода и 1% прочих газов. Подробнее о составе атмосферы вы ознакомитесь в следующем видеоролике. Воздух. Атмосфера Земли состоит в основном из воздуха, смеси газов вокруг нас. Воздух в целом состоит из азота и гораздо меньшего количества кислорода, которого нам достаточно для дыхания. Также в воздухе присутствуют другие газы, такие как аргон, двуокись углерода, водяной пар, но они присутствуют совсем в небольших объемах. Можно ли увидеть воздух? Конечно, мы видим его постоянно, даже не осознавая этого. До того, как попасть нам в глаза, солнечный свет должен пройти слой воздуха толщиной в несколько километров, в котором он рассеивается, что придает синеву небу в солнечный день. Большие пассажирские самолеты летают на высоте до 12 километров над землей, оставляя большую часть воздуха внизу. Поэтому небо выглядит синим, когда мы выглядываем из иллюминатора самолета, так как солнечный свет не так сильно рассеян. Ночью, когда солнечного света нет, воздух чист и небо черное, как космос, окружающее пространство вокруг нас. Естественные аэрозоли. Состав атмосферы содержит жидкие и твердые частицы, которые называются аэрозолями. Частицы пыли, которые попадают в атмосферу с поверхности Земли. При сильном ветре подхватывают водяные брызги из океанов и морей. Также попадают в атмосферу из воды частицы соли. На примере Аральское море.
В атмосфере также присутствуют частицы дыма от пожара, вулканическая пыль, космическая пыль, частицы пыли горных пород и почвы. Атмосфера имеет слоистую структуру. От поверхности Земли вверх – это слои тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, ионосфера, экзосфера. Тропосфера. Характерная особенность тропосферы – понижение температуры с высотой. Тропосфера простирается от поверхности Земли до высоты 8-12 километров, а также 16 и 17. В тропосфере находится почти весь водяной пар, поэтому только в тропосфере возникают облака и выпадают дожди, снег и град. Наблюдаются грозы, метели, ливни, гололед. Стратосфера. Температура в стратосфере, в отличие от тропосферы, повышается с высотой. Здесь, в отличие от тропосферы, воздух нагревается непосредственно от солнечных лучей. Стратосфера лежит между высотами 8 и 17 километров, 50 и 55 километров. Во всем слое стратосферы содержится озоновый слой. Выше стратосферы лежит мезосфера. Переходный слой между ними называют стратопаузой. В мезосфере с высотой температура падает, и у верхней границы 80 километров достигает минус 70, минус 80 градусов Цельсия. Термосфера. Наиболее интересная особенность термосферы – ионизация, за что ее иначе называют ионосферой. Термосфера расположена между высотами от 80 до 800 км. На высоте около 100 км температура переходит через 0 градусов Цельсия. В слое 150 и 200 км превышает 1500 градусов Цельсия. Экзосфера – самый верхний слой атмосферы. Воздух в этом слое сильно рассеян. Температура в ней возрастает предположительно до 2000 градусов Цельсия. Человек живет в нижних слоях тропосферы. Явления, происходящие в атмосфере, оказывают непосредственное на него влияние. Человек исторически проживает в местах с наиболее благоприятным климатом, где нет слишком низких и высоких температур. Выпадает достаточное количество осадков. Нет продолжительных засух, где нет частых, приносящих вред человеку и его существованию атмосферных явлений. Влияние человека на атмосферу – пагубное, так как человек своей жизнедеятельностью загрязняет атмосферу. Более подробно о загрязнении атмосферы вы узнаете в следующем видеоролике. Загрязнение атмосферы. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Она сохраняет тепло на поверхности планеты, защищает от вредного космического излучения и ультрафиолетовых лучей Солнца. Загрязнение атмосферы есть обратный эффект химических и других веществ, причиняющий вред жизни на Земле и природной среде. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере влияет на глобальное потепление климата, понижение уровня солнечной радиации и увеличение парникового эффекта. На данный момент по масштабному загрязнению атмосферы выделяются электростанции, металлургические, химические предприятия и цементные заводы. Теплоэлектростанции выбрасывают в воздух серные и углекислые газы, а металлургические станции, особенно предприятия цветной металлургии, выбрасывают окись азота, хлорные, фосфорные и ртутные смеси. Перейдем к закреплению урока. Внешняя газовая оболочка Земли – это биосфера, литосфера, атмосфера, гидросфера. Верный ответ – внешняя газовая оболочка Земли – это атмосфера. Следующее задание. Расставьте в верном порядке слои атмосферы снизу вверх – стратосфера, мезосфера, тропосфера, экзосфера, термосфера. Верный ответ – слои атмосферы снизу вверх – тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера.
Следующее задание. В каком слое атмосферы выпадает снег, дождь, наблюдаются грозы и метели? Верный ответ. В атмосферном слое тропосферы выпадает дождь, снег, наблюдаются грозы и метели. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы узнали, что атмосфера – это внешняя газовая оболочка Земли. Атмосфера имеет слоистое строение и содержит смеси газов, называемые воздухом. В процессе жизнедеятельности человек оказывает большое влияние на атмосферу. На этом наш урок окончен. До свидания.